Нередко к нам в студию обращаются жители Ленинского района за помощью как к самой последней инстанции. Мы всегда стараемся помочь разобраться в проблеме, осуществить ее решение. Недавно к нам позвонила жительница города Видное с жалобой на бездействие работников ЖКХ, которые якобы не реагируют на ее обращение. Помочь устранить протеки в канализационной трубе наша съемочная группа выехала по адресу улица Советская, дом 28. Подробности этого визита далее. Жительница 130-й квартиры этого дома Тамара Николаевна Щеглова уже год пытается решить свою проблему. По ее словам, в туалете протекает канализационная труба, а управляющая компания бездействует. Никаких действий нет. Постоят в коридоре, посветят фонариком и уходят. Они никаких действий ни здесь не смотрят, ни там не смотрят ничего. Как давно? Вот в течение года. Особенно льет из трубы, говорит хозяйка квартиры, по выходным, когда все дома. Два последних выходных просто залило. Я ушла в магазин, открыла вот дверку в шкафу, открыла и ушла, чтобы проветрилась. И пришла, и у меня даже унитаз весь был в фекалиях. В момент нашего прихода все было чисто. Правда, и туалетом никто из соседей сверху не пользовался. Но главный инженер службы эксплуатации жилищного фонда «Видновский» Виктор Фомин по телефону ответил: «Тамара Николаевна все выдумывает, а проблемы якобы вообще никакой нет». Точку в этом вопросе, надеемся, поставит вмешательство депутата по 16-му избирательному участку, к которому относится данный дом, Екатерины Нарцисс. Она обещала провести независимую экспертизу, которая и ответит на вопрос, необходим ремонт канализационной трубы или нет. Татьяна Брылова и Адами Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.